Ну что ж, ребята, всем здорово, с вами Кайзер Кот. Так, добро пожаловать на новый видосик. И сегодня, ребят, у нас и будет игра под названием Doors But Bad. Интересно, есть ли смысл на максималке сидеть? Думаю, есть небольшой. Сегодня, ребят, у нас с вами будет игра Двери, но плохие. Опять фанмейд, да, не обижайтесь. Но мне нравится, мне это нравится. Так, отлично. Здесь, короче, есть спидран. Искать расширенную погоню. Короче, это будет единственный бутбэт, который я сниму. Больше бутбэтов. Я знаю, что есть больше бутбэтов, но я как раз таки из-за этого как раз таки я только и не буду играть. 2.50 требуется значок, в смысле? А-а-а, это типа, чтобы сразу тэпнуться 2.50. Блин, кстати, удобно. А там что? Супер хард режим, ребята, если хотите, уже сами знаете, что просите. Хотите, просите. Ну что ж, ребят, погнали. Так. Отлично. Так, мы уже в Дорсе. Ага, шкаф. Ага, шкаф, шкафы открывать можно. Хорошо, хорошо. Так. В общем, опять же, тут только... Как приседать? Не понял. Не понял. Погоди, вопрос. Вопрос не работает. А, нет, работает. А, это админ панель вообще. Я не понял. Погоди, а как приседать? Погоди, аж как я сюда пролезу? Разработчики об этом... А, нет. На погоне от Сика, я думаю, будет все печально. Так, ой, как трудно шкафы открывать. Ой. Не, они жесть трудно открываются, конечно, это минус. Ай. Блин, ну серьезно, я же еле пролезаю. Здесь какой-то лилипут... Здесь лилипуты живут, да? О, кстати, мышка заела, ну и хорошо. Так. Ладно, я не буду эти шкафы открывать. Только зря время тянуть. 2 плюс 2. Не смешно. Вообще не смешно. Так. Ага. Погоди, еще через двери. А, да. Ха-ха-ха, последние 3 дверей были смешной штукой. Смешной шуткой. Да-да-да, вообще смешно, кстати, заметил тоже, да. Вы заметили, что это смешно? Прям вообще. Здесь же должна быть это, халява, которой здесь, блин, нету. Так. 11-я дверь. Окей, будем зажигалкой ходить, получается, потому что мы так хотим. А, ключи в шкафах не бывают, да, у них, походу? Окей, ну это хорошо. Это прекрасно, будем идти, значит, так. Так, кто-то летит, открывайся. Меня выкинули из шкафа! Что? Меня из шкафа выкинули, какого хрена, скажите, пожалуйста. Это незаконно, я считаю, о... Прикольно. В смысле? А, прикол. Я считаю, это незаконно. Меня просто выкинули из шкафа. За что, блин? Это не смешно вообще. Это вообще ни капли не смешно. Человек выкинули из шкафа, а мы смеемся здесь. Его убило. Это печально. Это очень грустно. Да... Кстати, как раз бутбэт скучный, и по этой причине, кстати, заодно я не буду снимать бутбэт. Погоди, меня же здесь не выкинет? Теперь я все понял. Алло. Да блин, да серьезно? Так где он? Чего? А я не сломал игру случайно? Ладно, идемте. А, они же, типа, вроде бы анимацию вызвали. Они об этом говорили, то, что, типа, лучший золотой слиток. Пфф, и зачем он нам? Ладно. Они нам говорили то, что играть лучше на випке, потому что кто-то из игроков может вызвать анимацию, и вы из-за этого не сможете... ну, то есть, вас убьют. Вот. То есть, трудно будет так играть. Так, окей. Что-то здесь будет? О, фонарик. Отлично. Как долго открывается? Поэтому все бутбеты одни и те же. Я решил играть именно тот бутбет, который, ну, самый настоящий из всех настоящих бутбетовцев. Вот, но это реально самый настоящий бутбет. Он самый первый вроде бы выходил. Вот, остальные просто начали копировать. И смысла в остальные играть нету. Хотя, блин, это такая скучная тоже дичь. Что, сейчас стик будет? Серьезно? Даже намека не было. Ну почему, в принципе, нет? Ага, прыгать надо. Понял. Я вас понял.
Тара-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра. Смысл, иди туда побежал! Иди туда побежал, ё-моё! Так, так, все нормально, ничего, чё, Марио, мне надо орать. Все хорошо. Так, все. Где-то фейковая дверь. Давайте-ка вы эту, хотя, блин. Хорош, хорош, хороший. 35. Так, получается 36, ага. Стой. А, нет, здесь нет. Здесь нету подарочных. В принципе. Пранк. Джок. Они, короче, пранкнули. Ё-моё, что это такое? Да, кстати, раньше, наверное, игра все-таки выглядела лучше. Я даже немного жалею то, что я эту игру добавил, наверное, в список. Но я помню, когда раньше это был единственный фанмейд Дорса, то есть больше фанмейдов не было. И нахера мне эти монеты, можно их выкинуть? Да, их можно выкинуть, отлично. Раньше это был единственный фанмейд Дорса, вот. Ну, потому что его тем более легко сделать было. Поэтому он себе существует. Ну и в топ его добавил тоже и только из-за того, что он самый первый фанмейд Дорса, вроде бы. Вроде бы, я точно не помню. Блин, опять этот мусор мой. Погоди, все-таки они здесь могут спавниться, спавнить ключи, серьезно? Я просто ключи найти не могу нигде. Да-да-да-да-да, я вспомнил, они же в шкафах еще могут спавнить. Тогда все окей. Не понял. Серьезно. Ну окей, это прикольно, кстати, было. Опа. Опа. Вот это уже классно. Так. Рик. Кстати, не сами рисовали картины, заметьте. За это респект. Вот за это реально респект. Так, галактика. Так. Ага, понял. А, понял. X2. Вот, все. Да, сложно, на самом деле, покрутить здесь рычаг. Здесь вообще взаимодействие с вещами очень трудно. Реально, кроме фонарика вот так нажал, и все. Удобно. Да. 50-я дверь. Что же в ней будет? Опа. А, это просто монеты. Нам монеты не нужны. Стоп. Я, походу, догадываюсь. Я, походу, только сейчас понял, зачем нам монеты. И это печально, то, что я только сейчас это понял. А те монеты я уже выкинул. Знаете для чего? Я, наверное, походу... Блин, все, у меня больше нет выхода. Походу, у Джеффа в магазине надо будет, можно будет обменивать это все. Господи, круг. Круг 1, пентагон 2, квадрат 3, октагон, звезда. Вот это, кстати, сложно. То есть здесь прям... Хотя нет. Круг. Вот. А, это не круг. Пипец. А, 3, 4, 7, 3, 2. Я кое-что понял, короче, я перепутал. 3, 4, 7, 9, 2. Я понял. 3, 4, 7, 9, 2. О, да! Наконец-то я это сделал. Вот. Это все, что у меня есть. Серьезно? Чтоб ты провалился, понял? Иди нафиг. Я вообще расстроился на него. С ним невозможно играть. Боже, ну как же обидно. Стой! Нет. Мне приугадывать двери надо. Угадал. Нормально. Это нормальная цифра вообще? Ладно, допустим. Опа. А здесь туалет, да, будет или нет? И что, реально румс, что ли, добавили? Они серьезно сюда румс добавили? Офигеть. На самом деле, я сейчас в шоке.
Опа, рычаг, кстати. А чё, реально здесь рычаг существует? Или он отдельно, да? А, нет, в смысле как? Ладно. Ё-моё. Порой из каждой комнаты становится какая-то психическая херня. Чего? А. Я думал, это, кстати, вообще... Там дырка. Окей, там дырка. Она что-то значит 100%, да? Так, скрэч. Ой, ля-ля, сик. Сейчас будет, ой. Ой, мышка. Мышка, я имею в виду то, что я эту мышку случайно вырубил. Так. Хальт? Серьезно? Блять, ну камон, ну... Он спавнится резко. Как я должен был предугадать это? Давайте витамину сожрем и тэпнемся сюда уже. Все, отстань. Иди сам с собой играй, надоел. Так, все, сейчас будет, ребят, сик. Сейчас будет сик. Так, ну здесь мы выиграем эту катку. Так, 72-я, 73-я, 74-я, 75-я, 76-я. Классная песня. 77-я. Все, прошел, отлично. Давайте витамины заезжаем. 79-я. И за спидранием. 80-я. Ой, ладно, пофиг. 82-я. Ну, сейчас это будет лететь. И, возможно, кстати, это будет там уж. Фух. Ну, что сказать. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Такая еще тихая игра, кстати. О, а вот и туалет, кстати, который я помню. Я последний раз во время обновления туалета сюда пришел. Ну нет, обратно вернуться же, наверное, не получится, я не знаю. Мне кажется, не получится. Я настоящий, пройди через меня. Ну ты крыса, конечно. Ну может сюда? Все-таки, ладно. А, серьезно? Серьезно? Ладно, я просто хотел обойти эту задачку. Скорее всего, ты настоящий, ты реально... Нету, не настоящий. Я думал, это такой план скама, но это прям это. Если бы я повелся, это было бы 9 из 10. Если бы я повелся, это было бы реально плохо. Блин. Серьезно, погоди, я могу улететь на нем? Погоди, но я смогу улететь на нем. Давай, полетели. Полетели! Юху! Ладно, все, мы сломали эту херню. Давай. Ладно, мы не сможем полететь, короче, я так и знал. Так, ну погнали тогда отсюда. Статуя, где, по-моему, полностью разорвали мэна. Опа. Мы на него вообще смотрим, но ничего не происходит. Спусти меня! Так, окей. Окей. Че, постоим здесь, да? Да, постоим. Все, я прошел. Главное, чтобы никто другой не прилетел больше. Так, кстати, это совсем по-другому. Опа. Чего сейчас было? Я просто наступил, я улетел куда-то, погоди. Ладно, это больше не работает, наверное. Я реально куда-то улетел. А я просто вроде бы наступил. Так, мы сейчас заранее, получается, можем собрать все электрические эти штучки, да? Блин, ну что сказать, пушка? Это просто пушка. Ой. Это было случайно. Это... Так, ну ладно, это... Вот у меня есть гаечный ключ. В смысле, а для чего? Я понял, для чего гаечный ключ. Он для той решетки, он для той вентиляции, он для той вентиляции был. Фак. Я сейчас какую-то секретку просрал. Я просто просрал секретку. Секретку, точнее. Вещи. Кстати, вещи. Что-то. Рангамар джиг. Вещи, электрикал пейс. Дуркей. Что? Опа. Опа. А фигура, та реально при... Что? Вы видели это? Нормально. Ну-ка, дай посмотреть, что у вас здесь снизу творится. Ну-ка, давай-ка сюда это, например, какие-нибудь...
Во, ключ сюда. Я обратно вернусь. Ну, блин, ну... А можем мне обратно будет вернуться? Прошу вас. Я хотел пройти эту игру, и вы сейчас хотите, чтобы я на этом моменте просто в каком-то странном... Что это? Погоди, это старый же, да? Это старый Doors Boot Bad. Да, сейчас стена, да, сломается? Да, это старый Doors Boot Bad, я помню его, блин. Небольшая даже капля такой, это прям милипусечка капелька ностальгия. С этим Doors Boot Bad старым. И он упал. Погоди, вы чё, хотите, чтобы я заново все прошел? Или нет? Хотя нет, она, скорее всего, не дойдет до этого. Мы же быстро Сика прошли, то есть сейчас уже игра быстро пройдет. Будет классно, если меня обратно заспаунят. Спасибо большое, блин, ладно. Ладно, эта игра неплохая, хорошо, неплохо. То есть они напомнили нам о старом прошлом этой игре. То есть, кстати, да, если заметить, то реально игра поменялась. То есть я вспомню, как раньше игра выглядела. И, блин, если сейчас сравнить реально, то, блин, игра реально поменята просто. Она стала чуточку лучше. То есть для бутбета это чуточку хуже, по идее. Положите все 8 ключей. У меня только это. Блин, серьезно, это сейчас так постоянно. Вещи, это такое чувство, что вещи, название вещи это херни, то это отсылка как будто на меня. Думаю, вы знаете, почему это отсылка на меня. Кто знает, тот знает. Ну, выглядит так, как будто реально отсылка на меня, вещи. Вот просто что за вещи, вот как вы думаете? Надо 8. И откроется эта стена. А у меня больше ничего нет. А я могу вот так вот просто взять и сделать? Нет, ну ладно. Получается, нам надо найти еще одну. Еще, то есть, много. Хотя я хз, сколько вообще нам надо ходить. Там точно не расписано. Странно. Ну ладно. Давайте поищем. Где-то, кстати, 5, по-моему, нашли штук. Получается, нам надо побольше немножко. Так, он идет сюда. Хорошо, хотя возможно, я догадываюсь. Ё-моё, господи Иисусе. А где? А, мы можем по этим пользоваться. Возможно, они где-то на этих решетках. Возможно. Нет, здесь нету. Как так получается? Куда они деваются? Погоди, серьезно? А куда? Погоди. Серьезно, где? Может, они здесь? А? Положите все 8 ключей коробку, чтобы нажать кнопку лифт. А инвентарь? А в инвентаре ничего не может быть? Инвентарь. А, господи, я испугался. Я подумал, что типа происходит, какого хрена. А, это ключ электрический. Ну, может, это последнее? Давай. Куда? Выходи, ты имеешь 10 секунд, чтобы успеть до лифта. Так, витамины пей. Все, рванули. Так, все, успел. Я успел, все. Молодец, красавчик. Мощь. Вот-то! Вот эта фигура! Прощай, фигура! Она не сможет прыгнуть. Она прыгнула. Она, по-моему, немножко к нам идет. Ё-моё! Бай, хороший хор. To be continued. Ну что, ребята, я бы сказал, что это все, но мы еще вернемся. Вы же знаете, что мы. О, кстати, у нас эти вещи есть. У нас вещи сохранились. Вы же знаете, что мы еще вернемся, да? А еще один спидран, и хотя нахер спидран. Я лучше просто хардмод сыграю все. Погоди, ну-ка. А, это реально работает. Я могу свой фонарик сдать к вам? Нет? А я могу, кстати, дойти до того момента с этим. Хотя ладно, пофиг. Всем пока, ребята, с вами был Кассидракот.
Всем покедова. А, кстати, мы же сохранили ключ, да, ведь? Мы же его сохранили, наверное. А, нет, он там не сохранился. Это так, просто для отвлека внимания было. Ну ладно, всем покеда, ребят. С вами Косидорокот был. Всем покедова, удачи.